Якутске могут запретить выбрасывать мусор, подлежащий вторичной переработке. Это пленка, пластиковые бутылки и картон. С просьбой принять соответствующее постановление в администрацию города обратились предприниматели. Среди них индивидуальный предприниматель Евгений Петров. Уже 6 лет он занимается переработкой отходов до 4 класса. Работники маленькой организации в сутки перерабатывают до 60 тонн макулатуры, потом фурами вывозят в Хабаровск и продают. Оттуда сырье идет в другие города и в Китай на дальнейшую переработку. От полученных денег формируется зарплата сотрудников. Следует отметить, что на данный момент есть федеральный закон, запрещающий вывоз отходов, которые подлежат вторичной обработке в полигоны. Но он еще не вступил в силу. Если такое постановление будет, значит, картон пойдет на переработку. В городе мы есть. Мы готовы перерабатывать сейчас до 200 тонн. Вот у нас есть пресс, у нас есть люди, но у нас нет сырья, картон. Поэтому, если бы сделали бы это постановление, то есть вот как вариант, все, значит, мы были бы сырьем, на свалку не попадало бы 200 тонн макулатуры. По объему это просто баснословно, это огромное количество макулатуры, которое туда, картон, который уходит.